Накануне своих страстей Христос научил апостолов совершать то, ради чего сейчас христиане приходят в храм, молятся и живут – Евхаристию. Вечер в Сионской горнице Спаситель начал с омовения ног ученикам, жеста самоуничижения Бога, который отдал себя людям и научил их настоящей любви. По окончании часов и изобразительных владыка-ректор совершил вечернюю с литургией святителя Василия Великого. После евхаристического канона архиепископ Амвросий рукоположил в диаконы студента из Китая и подиакона Павла Суньмина. Сын Божий, сделай меня сегодня участником Твоей таинственной вечери. Повторяя эти слова, подходит к чаше учащиеся и гости Духовной Академии. Причащаются все. В тот вечер Иисус Христос впервые преломил хлеб и дал ученикам чашу с вином, говоря, что это есть Его тело и кровь. Почти незамеченное тогда событие и сейчас не теряет своей реальности, 2000 лет спустя. И все эти века, в конце каждой литургии, сам Христос выходит и обнимает приходящих к чаше. Все они – Его сыны и дочери, которые помнят о любви Отца к ним. По замвонной молитве владыка-ректор совершил чин омовения ног. Места апостолов заняли академический священнослужитель. Это действо переносит присутствующих в Сионскую горницу, где Христос явил крайнее смирение, умыв ноги своим ученикам.